Небольшой видеообзорчик на память. Вот так травка выросла. Поставила я ее. Так, смотрим. Воскресенье. Сегодня у нас что? Смотрите, что, какие корни. Корни какие. Ну-ка. Фу, пахнет. Поменяй воду. Поменяла воду. Соблюдаем нормы, чтобы не залить. Вот эту часть, здесь воды не было в этой части. Вот такая травка для котов. Так, теперь смотрим. Смотрим из фикс-прайса. Что нам предлагает фикс-прайс? Петрофлора. Я, значит, купила то, что более-менее интересно по цветам. То, что, ну, мне понравилось. На упаковке у нас стоит январь 24 год. Открываем. Смотрим. Уже с росточком. Так, это не то. Все, чистенькая, чистая. Чистая — это без признаков насекомых для меня. Вот так я называю чистенькая. Так, партия. Тоже есть росточек, луковичка чистая. Я на самом деле про них забыла, они у меня валялись в коридоре. Я забыла просто про них, что-то кинула пакет и забыла. Ну, со мной такое бывает, что я могу забыть. Так, и этот, то есть выборочная партия куплена, да, в одном экземпляре, все нормально. Это у нас хорошенькие были Бангладеш. О, Бангладеш, я что-то думала, крем какой-то взяла. Бангладеш. Да, хороший, кстати, сорт, он у меня был, хороший сорт. Чистые, то есть эта партия, которую завезли, она без насекомых, можно брать. Дальше, следующую партию смотрим. Виктоборги. Вот здесь я не уверена. Здесь я не уверена. Так, ну они такие, тоже с росточком, такие немножечко, вот уже тут у них есть признаки такие, не очень хорошие, но насекомых я не вижу. Сразу видим, что это пересорт. Хрен вам с маслом, никакого красного цвета вы из этой луковицы не увидите. Из этой, да, еще возможно, а из этой нет. Вот так, нашего брата дурят. Дурят просто в стране дураков. Поле чудес, страна дураков. Так, вот этот еще чистенький такой, более-менее, вот уже росточек уже проплюнулся, хороший. Так что в Викторборге пересорт. И то, этот более темный, этот цвет, такое ощущение, что это три разных сорта Викторборге. Следующее, Ее Величество. Смотрим, что нам сюда подсунули. Они Ее Величество, по-моему, голубенькие. Они и есть в желтых цветах. В желтых, либо в таких оранжевых, голубой цвет гладиолуса. Ну, там, видно, был во влажной какой-то среде, у него были корешки, которые засохли потом. Была влажность, корешки просто так не пойдут, прости, не будут. Так, что мы тут видим, что мы тут видим? Видим, вон еще старая луковичка, вот, копочка еще не убрана. Так, мы видим, что первое, как бы, кольцо тут уже было трипсами, вот оно. И, возможно, здесь какой-то есть жилец. Ну, вот этот кончик, он вот так, ну, как бы, кривой, ну, что же делаешь, кривой. Его надо вот так будет сажать. Но вот здесь липкий слой, первое кольцо, даже два кольца. Следующий, смотрим, здесь вроде бы тоже. Какие-то они шершавые, с признаками трипсов. Но трипсов я не вижу. Возможно, продезинфицировали, потравили диклофосом чем-нибудь. Не вижу я здесь никакого. Но налет есть от трипсов. Животных не вижу, насекомых. Выборочно берем еще одну партию. Быстренько все это смотрим. Так, купала я это за 87 рублей. То есть вот эта лупочка стоит до 30 рублей. Тоже какой-то тут, какая-то пипочка, кнопочка. Непонятная. Так, что у нас здесь? Вот, а у нас здесь... Вот он, вот она, взрослая особь, вот трипс. Где он? Вот он. Вот. Мы его сейчас вот так уничтожим. Все. Его нет. А, вот еще тут внутри. Внутри, вон они в горках, тут в холмах спрятались. Я вижу его, я тебя вижу. Все. Значит, что я сделаю? Я возьму. Вот. А здесь вообще куча мало. И вот эти чешуи, они тоже находятся. Вон, кольцо, все, не просто так он. Значит, я сейчас все это только на воде промою. Камень промыла. Сейчас я это положу. Пакет. Пакет, надо найти. Нет, не пакет. Контейнер. И контейнер мы прошикнем. А ты мой новый. Кладу это все сюда. Сюда. И это тоже туда. Вот все это сейчас зальем. И это тоже сюда. Это возьмем в качестве подтверждающих документов. Так, сейчас уберем. И диклофосом. Под такую емкость вот так. Можно пакет, можно там, можно так угодно. Как ярко захочет, так нога и пляшет. Все, на этом обзор закончен.